25 октября в Беларуси отметили День автомобилиста и дорожника. Владимир Караник, председатель Гродненского облсполкома, и Мечислав Гой, председатель Гродненского горосполкома, посетили крупнейшую стройку города – переустройство одноколейного железнодорожного моста. Представители местной власти поздравили сотрудников предприятия «Мостострой» и вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Часть работников была награждена грамотами облсполкома, горосполкома, горсовета. Поэтому для того, чтобы не отрывать людей от работы, но все же выразить огромное слово благодарности и вручить заслуженные награды, было принято решение приехать сюда и здесь сразу по завершении обеда сказать людям огромное спасибо и вручить заслуженные награды. Но еще раз сказать о том, что мы ценим их работу, мы понимаем, насколько важны мосты и дороги, это артерии нашей страны. К 15 ноября строители планируют соединить берега, а полностью ввести мост в эксплуатацию намерены к 3 июля следующего года. Работы на этом объекте тщательно контролируются, поскольку сразу после него мостовики приступят к следующим – Румлевский и Поповичский. Последний стоит первым на очереди в рамках строительства кольцевой дороги вокруг Гродно. Ее протяженность – 36 километров. Также планируется возведение еще одного моста через Неман в районе комбината стройматериалов. Профессия очень интересная, так как это не типовые все чертежи и постоянно где-то какие-то то железобетон, то металлические конструкции. Это все очень интересно. Профессия производителя работ – это профессия очень нужная, и так как этот мост, который мы строим, он будет не один год использоваться, и в дальнейшем по этому мосту будут ездить и дети наши, и внуки, и дальше дорожная вся инфраструктура будет развиваться.